В ближайшие 5 минут все самые заметные события ЖКХ сферы края. Здравствуйте, это программа «Коммунальный патруль». Меня зовут Кирилл Политов. Для начала это анонсы. Несчастливое детство. Как власти Барнаула намерены бороться с вандалами? Смешные дорожные знаки, куда обращаться, чтобы все было в рамках ПДД. Несмолкаемый сосед. Как жить бичанам, если гул доносится из подвала даже ночью, а пол бесконечно трясется? Вот и сказки конец. Вандалы разгромили детскую площадку в одном из спальных районов Барнаула. Об этом инициативные жители написали в социальных сетях. Реакция от властей последовала незамедлительно. Чиновники пообещали отремонтировать игровой комплекс. Вот так сейчас выглядит городок в сквере химиков. Это район Потока. Территорию облагородили здесь несколько месяцев назад. Установили качели и вот такой замок из пластика и дерева. За это время площадка стала центром притяжения местной ребятни и, похоже, местных хулиганов. Им особенно приглянулись трубы, по которым можно скатиться со второго этажа. Элементы оказались повреждены в нескольких местах. Заодно маркером написали нецензурные слова. Как отметили в администрации Октябрьского района, в ближайшее время городок будет восстановлен. Плюс власти города планируют установить камеры наружного наблюдения, чтобы впредь избежать таких случаев. Это ужасно. Хочется посмотреть на этих людей, которые и для чего это просто делается. Это для детей. Вот дети пришли, играют, веселятся. Но никак не вот это. Что... У меня даже сын сегодня удивился. Мама говорит, а что тут за дырка, что тут сломано? Я говорю, сынок, я не знаю. Мы буквально неделю назад тут были, тут было все сделано. Нелепо пешеходный переход появился на улицах Барнаула. По мнению горожан, знак установлен с многочисленными нарушениями. Дорожники, к удивлению прохожих, копали столбы, которые не снизили аварийность, а наоборот ее только увеличили, уверяют местные. Не видите пешеходный переход, а он есть. По крайней мере, об этом говорит вот этот знак. Получается, если точно следовать правилам дорожного движения, то путь с одной стороны оказывается тупиковым. Там растут кусты, за которым скрывается дом. Горожане в шутку назвали этот пешеходный переход «путь в никуда». Вопросов масса. Большая часть адресована, конечно же, к дорожным службам. Пока же барнаульцы обходят это место стороной. Правда, для пересечения проезжей части приходится пользоваться этой самой проезжей частью. Аварийность увеличилась, хотя изначально по задумке авторов нелепого проекта должна была снизиться, говорят жители. Такие странности на дороге воспринимают скорее с юмором. Ну вот тут пройти можно по дороге и все проблемы. В бесснежное время переходить дорогу просто неудобно, добавляют барнаульцы. Везде газоны, да все те же кусты, когда сугробы, знаки выглядят и вовсе бесполезными. Пешеходные переходы находятся на обслуживании органов местного самоуправления. Для решения данного вопроса жителям необходимо обратиться в местную администрацию или в краевую администрацию с просьбой, чтобы почистили данный переход. А в случае отсутствия дальнейших действий или отсутствия вообще каких-либо ответов, необходимо обратиться в прокуратуру для защиты своих прав. Перемещаемся в Бийск. Как будто по расписанию в квартире местной жительницы раздается посторонний шум. Источник, рассказывает женщина, находится в подвале. Теперь вот из-за таких постоянных звуков, уверяет пенсионерка, у нее ухудшилось здоровье. Об игре на нервах. Далее. Вот как бы так. Каждый день Марина Михайловна начинает с того, что измеряет давление. Говорит, что раньше все было в норме. Но как только переехала в новую квартиру, гипертония стала ее преследовать. Вот и сейчас 172 на 100. 172 на 100. А это, конечно, высоко. В ухудшении здоровья женщина винит свою квартиру. Точнее, более насос, просто... который установлен в подвале. Навязчивый гул не смолкает ни на секунду, ни днем, ни ночью. Все-таки днем где телевизор идет, где как-то... Ну, как-то все равно. А ночью вообще очень слышно. Вот очень слышно. И вы знаете, вот как-то отключали на день. Прям вообще тишина. Вместе с представителями управляющей компании направляемся в подвал к источнику шума. Небольшой внешний агрегат действительно рычит не по-детски. Не спасают даже резиновые глянцы, на которые насос установлен. Чтобы услышать друг друга, приходится кричать. На потолке шумоизоляция, каменная вата. Так управляющая компания пыталась снизить уровень шума, распространяющегося в квартиру. Но и она не помогает. Подробный репортаж на эту тему смотрите вот по этой ссылке. Монтажер, запускай, сейчас она появится. Смотрите, как говорится, обязательно. На этом у нас все. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле прежний, 722-301. Это на случай, если вам удалось снять на мобильный телефон факт бездействия коммунальных служб, или у вас есть история для новой серии нашей программы. До новых встреч ровно через неделю. Не пропустите.